Цвет является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Он, как художественное самовыражение, которое мы применяем в нашей одежде, мейкапе и образе в целом. Но что же такое цвет, каковы его эстетические возможности, как он работает на нас, а как против? Об этом в рамках своего мастер-класса рассказал визажист Дмитрий Ряшин. Первое, это нужно всегда понимать, что цвет – это субстанция непостоянная. И на самом деле, как я всегда говорю на семинаре, цвета не существует. Это всего-навсего то, что проецируется у нас из головы. Опытные колористы рассматривают цвет не только в художественном контексте, но и с точки зрения психологии и даже физиологии, поскольку оттенки способны влиять как на эмоции, так и на работу всех систем организма. Каждый сталкивается с ним каждый день, но не все умеют им манипулировать и делать из этого какие-то выводы. Потому что на самом деле, если взять нужные цвета в гардеробе, в макияже, то жизнь можно повернуть совершенно в другом ключе и сделать ее яркой, более интересной, более насыщенной. Ну, я думаю, что сегодня у них будет огромный багаж знаний, которые поможет им в дальнейшем в работе, а также в работе как стилистов и визажистов. Интересна подача, интересно вообще, как он это все транслирует, потому что ломает стереотипы на раз. Вот. И я думаю, что он будет очень много часто отвечать на наши вопросы, животрепещущие, потому что кто как не мы, вот именно работает с цветом. Подача мне очень нравится, то есть информации много новой для меня интересной. Думаю, что это пригодится мне в работе. Рассказывает очень понятным языком. Нового не очень много узнал, но узнал. То, что узнал новое, очень полезно. В работе визажиста, как и в большинстве творческих профессий, нет предела совершенству. А такую сложную тему, как колористика, можно изучать бесконечно, каждый раз находя в этой игре света и цвета что-то новое для себя.